Милые мастера, всем привет! Сегодня хочу вас познакомить с таким средством, как антиклей. Что он делает? Этот клей на самом деле создан для того, чтобы растворять клей секунда либо момент. Но он также выводит клей с ткани. Что здесь написано? Для очистки ткани нанесите удалитель на обрабатываемую поверхность. Сверху наложите кусочек ткани или абсорбирующей бумаги, подождите несколько часов. Давайте с вами проведем такой эксперимент. Я взяла пиджак, сейчас я вам его покажу. Достала вот этот вот антиклей, потому что я заказала несколько пузырьков для того, чтобы понять, как он действительно работает. И сейчас мы будем проводить такой эксперимент. Итак, смотрите, у меня есть пиджак, на который я уже немного, я просто не выдержала, поэтому немного нанесла уже сюда средство. Это наш антиклей, вот такой вот он прозрачный. И есть здесь еще немножечко клея. На самом деле эти капли достаточно старые, я этот пиджак уже редко, ну не могу точнее одевать из-за того, что здесь капельки клея этого, да. И поэтому мы сейчас с вами проведем такой эксперимент, выводит он или нет. Там было написано, что необходимо наложить салфетку либо ткань, поэтому мы приложим сюда салфетку и будем ждать несколько часов. Вот так это выглядит. Мне самой интересно, что из этого получится, поэтому давайте экспериментировать вместе. Итак, дорогие мастера, мы продолжаем наш эксперимент. Это был эксперимент с антиклеем, который убирает наш клей с полностью его все остатки с одежды, да, выводит, если вдруг уже случилось так, что капнула капелька. И сейчас мы будем смотреть, какой результат у нас получился. Итак. Капелька у нас была вот в этом месте, и капелька у нас была на рукаве, то есть два места таких. Смотрите, это я сейчас чуть-чуть добавила этого антиклея, просто мне было интересно, потому что по структуре изначально он жидкий. Потом, когда он начинает загустевать, он берется вот таким вот, видите, такой каплей. И очень хорошо, если вы обратили внимание, то полностью до единого остатка вывел и получился вот такой вот у нас гель. Мне правда интересно, насколько отстираются хорошо эти пятна, но если хотите, это тоже можно добавить в видео. И следующее, это у нас на рукаве была капля застывшая, очень старая, и я вам могу сказать, что он тоже хорошо справился с этим заданием. Тут чуть-чуть остались остатки клея, но я думаю, если добавить его еще, потому что здесь была прям засохшая старая капля, я уже не ношу этот пиджак, и если мы добавим его здесь еще, то он нам выведет и все полностью остатки. Но так как заявлено в инструкции, потому что здесь заявлено, что он работает через... Где я читала, сейчас вам скажу. Нанесите и оставьте на несколько часов. На самом деле он так не работает, потому что несколько часов здесь абсолютно не принесут никакого результата. Для того, чтобы эффективно и качественно снять капельку клея, вам необходимо нанести ее на вещи и оставить где-то на сутки. В течение суток он уже действительно хорошо действует, превращается в густой комочек геля, и клея как будто там вообще и не было. Поэтому можно сказать, что эксперимент с антиклеем можно называть успешным. Пробуйте!